двумя кнопками. Кнопкой питания и кнопкой уменьшения громкости. Вот как здесь. Второй способ — жестами. Для этого нужно открыть настройки и перейти в дополнительные функции. Далее выбрать движение и жесты и передвинуть ползунок. Вот смотрите, как это будет выглядеть. Видите на рисунке, теперь можете ладонь. И третий способ, расскажу, как делать длинный скриншот. Вот заходим, для этого нужно, чтобы страница крутилась. Вот как это делаем обычным способом, кнопками. И нажимаем на вот эту кнопочку. Держим ее. И чем дольше будем держать, тем длиннее будет скриншот. Вот и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. До встречи.